Гиркин Стрелков, Телеграм. День третий уже не активен. Вот последнее его сообщение в Телеграм было 10 октября. 12:28. И с тех пор никаких сообщений. Третий день никаких сообщений он не размещает. И, скорее всего, не только потому, что нет особенных ярких событий на фронтах в Украине. Берется, неужели он за ум? И напоминание всем пословицы хотя. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Я в России всем противен. Заявляю и сейчас. Именно из-за непонимания ее в России и сметет с лица земли Россию. Событий ей уже самой, вызванный саму. Кстати, не я один это понимаю. Вот, судя по примеру, генерал-полковник Леонида Ивашова.